Привет любителям активного вида спорта на воде, такие как триатлон, кайтинг, вейксерфинг. Сегодня мы с вами поговорим о очень интересных вещах, которые будут полезны для использования в этих видах спорта и в водной среде. Например, также для купания в бассейне, либо отдыхи где-нибудь в тропических морях для этих вод. Итак, это будет лайкровая одежда, изделия из лайкры, которые адаптированы под любителей этих видов спорта. Ну, начнем понемножку. У нас есть вот такой монокомбинезон с молнией, которая застегивается сзади, что очень удобно, когда можно будет одеть его, либо снять его с себя. Вот. Называется он у нас Scuba Pro Everflex. Мужские костюмы красного апельсинового цвета, женские белого, как заметно, они более широкие с выточками для груди. Чем удобна эта технология? Во-первых, что мы с вами получаем? Костюм очень удобно скользит по руке и имеет в конце на запястье, на ладошках специальные такие захваты из резинки, чтобы костюм не слетал. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы использовать этот вид гидрокомбинезона из лайкры для поддержки, как дополнительный утеплитель в гидрокостюме. Также его можно использовать отдельно для того, чтобы плавать в тропических водах и не получать ожоги от ультрафиолета, от солнца, защитив свое тело полностью. Как мы видим с вами, швы плоские, и они не будут натирать тело. С обратной внутренней стороны также мы видим, что швы плоские, и во всех местах, где будут изгибы в нашем теле происходить, никаких натертостей с вами мы не получим при использовании этого гидрокостюма. Также на части, где будет пятка-лодыжка, специально есть такая прострочка для того, чтобы при плавании и при использовании этих видов костюмов они не спадали с хозяина. Также у нас есть футболки от фирмы SixUp. Точно так же выполнен из лайкры, где мы с вами видим, что швы плоские. Также все продумано для того, чтобы, когда мы их использовали, наше тело не натиралось в условии соленой воды, например, когда одежду надо опреснять, и соль не остается на швах и не создает нам проблем. Вот такая футболка от фирмы SixUp Pre-Wear. Также они бывают и с короткими рукавами, и с длинными, которые закрывают полностью руки для того, чтобы, например, в тропических морях мы не получали лишние ожоги от ультрафиолета. У Мареса есть такие футболки, которые называются Rush Guard. Здесь сразу написано, что есть 50% защита от ультрафиолета. Вот, написано, из чего оно выполнено, из полиэстера. И есть размерная сетка, и указано, с длинным рукавом это будет, либо с коротким, бывают футболки определенные. Также сзади всегда описано, для чего их можно использовать. Для купания в бассейне, например, гребля на байдарках, кайтинг, вейксерфинг. И просто стандартное плавание, либо ныряние на определенные глубины, там, где нет термоклина. Вот. Выглядит она вот таким вот образом. Состоит на 80% из полиэстера и на 15% из спандекса. Она тянется довольно-таки легко, придавая хозяину, облегая своего хозяина полностью и не создавая каких-либо трудностей в эксплуатации. Как мы видим, опять же, все швы плоские, очень удобно прострочено, довольно-таки легко тянется. Таким образом, мы понимаем, что, находясь в ней, мы не будем затрудняться или быть скованными в своих движениях. Определенно так. Также у Мареса есть такие же идентичные шорты. Вот они. Очень удобные. Вот такой же самой расцветки. Вот. Внутри у нас есть затяжка такая, тесьма, либо же веревка, которую можем подогнать ее по талии.
Как мы наблюдаем, все швы тоже плоские, они не будут натирать тело. И даже в тех местах, где мы уже будем видеть реально их целую кучу, для того, чтобы они заканчивали композицию исполнения, то мы будем наблюдать, что это все нам не будет натирать, создавать каких-либо стеснений для использования в водной среде. Вот такая вот появилась у нас линейка лайкровой одежды в магазине Катранган, которая будет полезна для спортсменов, для тех, кто занимается триатлоном, кто занимается водными видами спорта, серфингом, кайтингом, или же просто ныряет, или просто плавает в бассейне. Можно будет подойти, померить, потрогать, понять для себя, насколько это будет необходимо. Тем более мы подытожим их использование не только как спортивные виды, дополнительный утеплитель и также защита в тропических водах, когда мы там отдыхаем для того, чтобы солнце в воде при снорклинге, например, нас лишний раз не зажарило. Приходите, пожалуйста, в наш магазин, всегда будем рады вам. Смотрите наши новинки на канале YouTube, где вы всегда узнаете последние обновления, которые облегчат ваш отдых. До новых встреч, наши уважаемые подписчики!